Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эльдар Жараков, и это... Дмитрий Чиповский! Дмитрий Чиповский, Диман приехал ко мне в гости, и мы хотим снять совместный видосик и разбить стеклянный стол, но мы хотим снять совместный видосик, и мы подумали, что же нам снять такого, бери, пожалуйста. Чтобы нам снять, и мы решили снять очень популярный челлендж, очень популярный на YouTube челлендж, который снимали все, кому не лень. Как же он называется, Дим? Пухлый кролик! Пухлый кролик Чаби Бани. Но мы немного решили поменять правила, конечно. Ведь мы не такие, как все. И вместо зефира, вместо маршмеллоу мы будем засовывать друг другу в рот что? Члены! Именно, мы будем засовывать друг другу в рот пенисы, члены, половые органы. И правила очень простые. Кто четче скажет словосочетание пухлый кролик с членом во рту, у того, логично, я думаю, да, член больше. Конечно. И сейчас мы выключим свет, потому что на ютубе забанят такой ролик, если мы тут письки друг друга. Понятное дело. Мы выключим свет и попытаемся сказать эту чудесную фразу. Итак, приглушаем свет. Давай, блин, это ночью. Ну кто первый? Я просто стесняюсь, у меня первый раз. Давай, наверное же я. Да, давай. Ну давай. Все, давай. А ну-ка, давай, попробуй. Давай, ну-ка. Пухлый кролик. Вытаскивай. Вытаскивай. Да все, сам вытащил. Блин, прям прикусил. Давай, теперь ты. Ты давай. Сейчас ширинку расстегну. Только закрой глаза, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Стесняюсь. Пухлый кролик. Пухлый кролик. Пухлый кролик, Эльдар. Мы сняли пухлого кролика. Я думаю, вы сделаете выводы, у кого, какое, что, как. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось. А кто не поставит палец вверх, того ждет пухлый кролик нашего варианта. Моего варианта. Потому что моего варианта, судя по всему, не чувствуется. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Диму. У нас по-любому на его канале выйдет что-то совместное, поэтому... Давай выпьем за это. Не открывать? Короче... Звук такой, да? Да, все, потрясли и... И хватит. Мы поставим на место. На самом деле мы не пьем. Батя наругает. Да, мы не пьем. Заметишь, чтобы... Ну, нахуй, вообще, пизду хомяка.